С раннего утра в Каспийске на забойной площадке многолюдно. Мусульмане после праздничного намаза в честь Курбан-Байрама или Ид-аль-Адха активно прибывают для совершения жертвоприношения. Наши жители приходят сюда, выбирают жертвенного животного, режут его на одного из членов семьи, потом мясо жертвенного животного, из него готовят еду, угощают друзей, родственников, создают праздничную атмосферу. Этот обряд можно провести в течение 4 праздничных дней. Отметим, что благотворительный фонд «Инсан» для удобства горожан принимает заявки для совершения забоя жертвенного животного. Принимают заявки и могут за вас выбрать жертвенное животное, порезать, распределить мясо, вашу часть мяса передать вам или доставить по адресу. Организаторами мероприятия и акции «Мясо в каждый дом» является благотворительный фонд «Инсан» и духовенство города. При поддержке администрации Каспийска, общественной палаты, МБУ «Зеленый город», а также председателя собрания депутатов Абдулвахида Джаватова, депутата Народного собрания Республики Дагестан Заура Расулова и многих других. На площадке для забоя сегодня не только каспийчане, но и гости нашего региона. Фания и Гатифа из Башкортостана со своими коллегами прибыли в Дагестан с рабочим визитом на конференцию. Поездка совпала с Курбан-Байрамом, поэтому женщины впервые отметили его в нашей республике, а в частности в Каспийске. Мы каждый год у себя Курбан делаем, однако сегодня мы здесь, за это решили здесь Курбан резать. Мы прямо очень рады, счастливы, что мы к вам приехали первый раз. Дай Бог, чтоб мир земле и всем здоровья. Мы приехали вот сюда и что заметили? Народ нам очень нравится, понравились. Они приветливые мусульмане, мы сами мусульмане, доброжелательность и у нас, и у вас. Это нам очень даже импонирует. И мы рады, и спасибо говорим. Вот сегодня, альхамдулилля, нам пришлось курбан делать. Мы у себя каждый год делаем. Нам это помогли, вот помогают. Мы рады. Альхамдулилля, иншаллах, Аллах кабулитин. В рамках религиозного мероприятия на территории площадки организовано место для чаепития, раздача воды, а также для всех присутствующих приготовят праздничный плов. В честь Ид-аль-Адха мусульмане решили поздравить всех жителей города и республики с этим светлым праздником. Поздравляем от всей души всех мусульман нашего города, гостей нашего города, а также всех мусульман со всего мира с этим священным днем Курбан-Байрам. Пусть Всевышний примет от вас и от нас ваше жертвенное животное, ваши садака, ваши благие деяния и ваши благие намерения и воздаст каждому в многократном размере. Всех поздравляю с праздником Курбан-Байрам. Пусть Всевышний Аллах примет все ваши благие деяния и пожертвования. Поздравляю всех жителей города Каспийск с этим благословенным праздничным днем, который очень важен для каждого мусульманина. И очень радостно, что столько людей придают очень большую значимость этому празднику. Всех мусульман Дагестана, всех мусульман России, всех мусульман мира поздравляем с великим праздником Курбан-Байрам. Чтобы люди всегда были дружелюбны, мир, небо было всегда чистое. Дай Бог, чтобы не было войны, не было, чтобы разногласия среди народов.